Ребята, всем привет! Сегодня мы будем делать обзор на Tesla Model S. Она приехала с Америки, слегка ударена. Слегка, тут как бы видно, дверь правая ударена. И порожек чуть-чуть, и крылышко. А так все остальное. Безопасность вся целая. Подушки целые, руль целый. Колеса все целые. Только на правом колесе на одном рычаг подогнут. Давайте посмотрим, что в ней интересного такого есть. Она в таком виде пришла. Самое большое повреждение — это дверь. Правая пассажирская. Порог относительно целый, дверь и крыло. А еще передний рычаг правый колеса. Стекла все целое, кроме стекла. Что у нас внутри? Внутри колпаки относительно. Колпаки нам положили с Америки. Надо все только чип почистить. Даже ковриков нету. Наверное, украли их еще в порту у нас. Так, вот такая машина. Ну, еще сзади повреждения у нас чуть-чуть. Заднее крылышко и бампер. В принципе, незначительно. Значит, диски целые. Неделька-две и будет снова как новенькая. Что у нас внутри? Относительно грязненько после американцев. Все работает. Красота. Для того, чтобы нам попасть в машину, нам нужна эта карточка. Это и есть ключ. Просто проводим по стойке, двери и все. Бесконтактный. Что такая машинка, ребята? Едет, едет, заводится, но не гудит. Нам даже колпаки три досталось, три колпачка. Новеньких. Сзади места достаточно. Стекло панорамное. Большой дисплей. Неизвестно как он. Ну все. В принципе, у нас тут на дисплее вся информация видна. Управление. Музычка, радио. Интернет есть. Тут у нас бесконтактная зарядочка. У меня, конечно, телефон мой не поддерживает, но теоретически поставить, если она здесь есть. Вот, что-то высыпается. Сыручка. Какая-то крышечка. Даже коврик какой-то, стеклышки. Вот такая штучка. Подлокотничек у нас тут есть такой большой. Подлокотнички есть. У нас розеточка просто обычная. Ну не розеточка, а прикуриватель. 12-вольтовый. Вот так, аварийка сверху. Ха. Что у нас? Ремни у нас целые. Тоже, как я говорил, уже повторюсь, подушки тоже у нас все целые. Телефончик, конечно, чуть-чуть.
чуть-чуть что-то оно... Вот так, есть контакт. Все видно, два USB порта. Для задних пассажиров. А кровушка с меня пошла. Вот такая ласточка, такая машинка. Кожа на велюр. Я даже не знаю, что это велюр. Велюр или замша. Похоже на замшу. На дисплее мультимедиа, навигация, автопилот, открыть передний, открыть задний багажник, камера заднего вида. Сейчас она в сервисном режиме, в ограниченном, за аварии она перешла в сервисный режим. А так все удобно, подогрев, управление климатом, настройки. Даже календарь есть, позвонить, интернет, можно посерфить в интернете, если сильно хочется. Блин, кровушка-то с меня подтекает. Так можно и так завести, если сильно захотеть. У нас тут сзади сидушечка, колпачок, зарядка, USB, два выхода USB для устройств, подлокотник есть, два подстаканничка, в принципе все. У нас еще сидушка у нас опускается, тоже мусор американский. Можно что-то сюда засунуть, коляску или лыжи, если сильно хочется. Она полностью не опускается, видите. А чтобы открыть, так пальчиком хоп. Что багажник не открывается, ну ладно. Как у нас багажник, оно... Не хочет открываться. Ну, как бы, в принципе, все. Все, что было, показал. Конечно, греет. Греет чуть-чуть голову. И оно такое слегка затонировано, но все равно... Трошки так жарковато. Педальки как новенькие. Руль есть, бардачок. Датчики для автопилота, она, конечно, такая пластмасска. Показать, что это такое, что-то поскрипывает. Тесла. Даже суппорта Тесла. Все не просто так. Дверь, да, как коснула. Повреждение. И проводка чуть-чуть, проводки чуть-чуть осталось.